Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя. Когда алкоголь с кровью попадает в сердце, он разрушает клетки вашей сердечной мышцы. Появляются микрорубцы. Мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ к части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Это называется инфаркт. Береги себя. Алкоголь агрессивно разрушает защитный слой оболочки желудочно-кишечного тракта. Уничтожается микрофлора. Нарушается кровообращение. По всей слизистой кишечника образуются многочисленные эрозии. Они перерождаются в язвы, а впоследствии в злокачественные опухоли. Береги себя. Под воздействием алкоголя клетки крови, эритроциты, быстро слипаются. Образовавшиеся склейки разносятся по всему организму, закупоривая капилляры. Организм обезвоживается. Продукты распада алкоголя отравляют все без исключения органы и поражают все системы вашего организма. В быту такое состояние называется похмелье – добровольное включение механизма деградации и стремительного старения человека. Береги себя. Когда алкоголь с кровью попадает в вашу поджелудочную железу, он вызывает спазм ее протоков. Ферменты железы скапливаются и переваривают железу изнутри. Поджелудочная железа разбухает, начинается воспаление, потом гниение. В итоге это приводит к мучительным смертельным заболеваниям – панкреатиту и панкреонекрозу. Береги себя. Алкоголь неизбежно вызывает варикозное расширение вен пищевода. Вены постепенно деформируются и слабеют. В любой момент они могут лопнуть. В этом случае происходит неожиданное интенсивное внутреннее кровотечение. Кровь быстро скапливается в желудке. Развивается геморрагический шок, что требует немедленных реанимационных мероприятий. Береги себя. Попадая в желудок, алкоголь активно стимулирует выработку ферментов. Ферменты вместе со спиртом агрессивно разрушают слизистую и стенки желудка. В результате желудок переваривает сам себя, а процесс пищеварения превращается в процесс гниения. Последствия – гастрит, язва, рак желудка. Береги себя. Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени – гепатоз. За ним приходит цирроз. За ним – рак. Береги себя.